Самарская область станет одним из трех базовых регионов ПФО для развития крупных проектов в нефтехимии. Более того, драйвером экономического роста в Поволжье. Об этом заявил полпред президента Михаил Бабич на встрече с руководителями СМИ. Она прошла в формате пресс-конференции в Нижнем Новгороде. Главной темой стала реализация основных направлений социально-экономического развития, которые определил Владимир Путин в своем недавнем послании к Федеральному собранию. В приоритете повышение зарплат бюджетников, укрепление материальной базы социальной сферы, поддержка промышленности и привлечение инвестиций. Здесь Самарская область по объему на втором месте после Татарстана. Михаил Бабич выразил уверенность, что губернатор Николай Меркушкин привнесет в эту деятельность передовой опыт, что позволит усилить позиции региона. Речь шла и о развитии региональной авиации. Проект прошел согласование в федеральных ведомствах. Впереди обсуждение в правительстве страны. Предусмотрено около 320 миллионов рублей из госказны. Заложены средства в местных бюджетах. Если пилотный проект ПФО признают успешным, опыт будут тиражировать на всю страну. В перспективе увеличение пассажиропотока на региональных рейсах втрое и создание нового самолета.